Этой ночью многие здания по всему миру подсветили зеленым и желтым в честь открывающейся сегодня Олимпиады. Статуя Христа Искупителя в Рио с этой ночи будет подсвечиваться в цвета бразильского флага. Этот монумент – символ Рио-де-Жанейро, да, ну, пожалуй, Бразилии вообще всей. Поэтому организаторов Олимпиады не было проблемы выбора, какое здание или монумент окрасить в желто-зеленый. Приняла участие в сегодняшней акции и родоначальница Олимпийских игр Греция. В центре Афин подсветили античный стадион. И именно здесь, в этом месте, прошла первая Олимпиада современности. Было это, напомню, в 1896 году. Охватила олимпийская лихорадка и остальные части света. Вот Шанхай. Там желтым и зеленым окрасили здание Всемирного торгового центра. Это самый высокий небоскреб в городе. Один из самых высоких во всем Китае. Его высота 492 метра. Так что олимпийские цвета сегодня можно ночью было увидеть из разных частей Шанхая. На столице Мексики тоже решили посвятить сооружение, не имеющее отношения к спорту. Там направили прожекторы на колонны здания Министерства иностранных дел. Хотя спорт, как известно, старается, ну, изо всех сил старается быть как можно дальше от политики. Но вот власти Мехико решили, что именно на этом доме подсветка будет выглядеть лучше всего.